Итак, всем привет, дорогие друзья. Я, значит, тут. И сегодня, что самое интересное, мне пришла посылочка. Но не обычная, ребят, а что бы вы думали? От подписчика. Тут написано, давайте посмотрим. От подписчика для Майкл ТТ для новых видео. И вот такой вот смайлик. Ну что ж, давайте откроем, посмотрим, что у нас тут. Итак, открываем. Ёберный бабай. Так, это что у нас? А это мне уже нравится, смотрите. Такие визиточки тут на А4. Блин, прикольно, смотрите. Распаковки, обращения, колонки, фильмы, скоростное рисование, Лего ФНАФ. Полеты, Лего самолеты, приколы, скоростные сборки, Лего постановки, Лего железная дорога, Лего сейфы, тиранята, поездки, механизмы, автоматы, Лего, ракеты. Четко, подписчик, огромное тебе спасибо, подзаморочился конкретно. Ух. Вот это, да вы гоните. Ребят, мне подписчик прислал Лего Майнсторм. Найс. О! Батарейки в комплекте. Так для чего сейчас? Сейчас, короче, узнаем. Сейчас я все. Давайте выложу вот тут. Блок питания, больше тут ничего нет. Спасибо тебе, подписчик. Обязательно буду снимать что-нибудь с этим Майнстормсом. Так, у нас... Да, блок питания с батарейками. Значит, он пускай загружается, а мы с вами вставим батарейки в пульт. Задний надо подзакрутить немножечко. Все. Теперь отлично. Итак, ну что, включаем наш Майнсторм. Бейтсы. Спасибо. Бейтсы, друзья, вот так. И сюда два больших мотора. Так. Я надеюсь, что подписчик не... что это не пранк. И он не приедет ко мне, потом и не заберет. Прикол. Сейчас я, ребята, вам приближу. И вы увидите это чудо. Давайте, я не знаю, там, подключим сейчас маленький мотор, посмотрим, работает ли он. Вот так. Он тоже, ребят, работает. Если вам понравился этот обзор и вы хотите видео с Lego Mindstorms, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И, ребят, пишите в комментариях, кому хочется, чтобы я... сделала какое-нибудь видео с Майнсторм. Ну а на этом у меня все. Всем до скорых встреч. Пока.